спросили, когда будут наказаны все те, кто в правовом конституционном государстве среди бела дня забирают ребят, да, и они исчезают. Почему, если они виноваты на основании законов, их не осудят? Кто имеет право забирать, пытать, убивать в законном государстве чужих детей, наших детей? Так вы наши слуги, слуги, вы живете за наши налоги. На каком основании вы это делаете? Для чего Конституция? Для чего мы отмечаем День Конституции? Для чего все эти ваши здания, если страдает человек? На кого они написаны, эти законы? Обращение у вас, которое, с которым требованием вы вышли, дайте СМС подписанное. Когда-нибудь будет нам ответ на наши вопросы? Когда-нибудь? Есть у нас закон? Мы имеем по закону что-нибудь в этой стране? Нет, у нас есть что-нибудь законное в этой стране? Вот есть вон там место, вот куда вот заходят на втором или третьем этаже, дают. Туда же, да? Первый этаж. Первый? Мы, да, знаем, мы туда писали. Мы там уже заходим. Сколько раз мы ходим? Мы там уже год бываем. Год. Да, с начала больше этого года. Каждую неделю ходим. Господин полковник, вот вы думаете, они что? Вот пришли вот сейчас, вот первый раз проснулись и пришли, да? Или вы хотите их убедить в этом? На площади не видели? Да вы-то лучше, вы лучше всех это все знаете. Не первая жалоба. Это 120-е обращение. 120-е. Мы за мир, мы за справедливость, ну, за честность. А почему? А это что? Это чья-то чья-то территория это что? Это чья-то собственность. Или нельзя господину Васильеву увидеть людей? А вы что, не народ, что ли? Этим женщинам 8 марта прийти и с таким серьезным видом сказать: отойдите от площади. Чья это площадь? Сегодня выходной. Чья это площадь? Вы меня отвечали. Нет, вы меня возмутили до глубины души. Вы мое человеческое достоинство возмутили. Вы гражданка России. Я гражданка России. Более того, мой отец Берлин взял. А вы мне говорите: отойдите. Ваш паспорт. Покажите ваш паспорт. У меня удостоверение, пожалуйста. У меня тоже есть. Давайте, паспорт. Давайте, покажите. Конечно, покажу. Но сам факт меня больше всего на сегодня вот, возмутило. Знаете что? Вот, пожалуйста. Замечательно. Я настаиваю. Нет, я просто настаиваю, что каждый человек имеет право стоять на площади, потому что это наша площадь. А мы вас пришли, вас обокрали. Неправда. Побили вас. Мы к вам домой пришли. Мы на площади, она всем принадлежит. Мы гуляйте, собирайтесь, на велосипеде катайтесь. Почему вы нам запрещаете это делать? На каком основании? Вам что запрещает? Вот вы зачем сюда пришли? Подожди, вам что вот запрещает? Вы с какой целью пришли сюда? Я зачем пришли? У нас цель понятная. Мы зачем-то пришли? Вы с какой целью пришли? Вы считаете, что... А вы законно считаете, забрали? Законно считаете? Вот считаете законно? Что работники забирают. Законно считаете? Работники. Это такой же ежик. Никто вам не пожаловался, что кого-то обокрали, кого-то побили, кого-то телефон с карманом.